23 февраля 2019 граммов исполнился год с момента героического подвига гвардии майора ВКС России Романа Филиппова, принявшего неравный бой и павшего в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб. Летчик сбитого штурмовика Су-25 был ранен и окружен боевиками, обступившими лежащего военного, который подорвал гранату, пытаясь унести с собой как можно больше врагов. Этой памятной дате, овеянной горечью утраты и величием русского духа, было посвящено множество произведений. Мне хотелось бы внести и свою посильную лепту в освящение и увековечивание имени героя, ибо память священна. Сейчас большие силы направлены на забвение великих подвигов прошлого. Задача нашего и всех последующих поколений – не забывать. Стихи и проза, которые прочитают люди, а возможно и целые поколения, это один из способов в борьбе со всякого рода любителями переписать историю. Это вам за пацанов. Памяти летчика Романа Филиппова удар. Огонь. Работа катапульты. Вокруг небесная густая тишина. Лишь воздух рядом вспарывают пули, ведь там внизу, который год идет война. Что попросить у Бога в те мгновения? Чтоб не оставил, чтобы укрепил и чтобы дома маленькую дочку своим крылом от всех невзгод укрыл. Отсюда сверху видно, Бармалеев, что как гиены в круг меня берут и вижу, как кроваво пламенея, подбитый грач теряет высоту. Один момент и принято решение. Учили деды, что не к чести отступать. Так пусть увидят крысы и шакалы, как русские умеют умирать. Земля сирийская покрыта валунами и сердце гонит в кровь адреналин. Сейчас и здесь, за этими камнями мой Брест. Мой Сталинград. И мой Берлин. Как полетели мои пули-стрелы. Как ткнулся рылом в землю бородач. Укрывшись, я ищу врага прицелом и мщу им за тебя, мой верный грач. Задело и заклинило обойма, гранату ближе пододвинул я. Вдруг чувствую, как за моей спиной стоят они и смотрят на меня.